А вот Пятигорск, Эолова Арфа, вновь стою там, где я делал свой самый первый сюжет в декабре прошлого года. Вон они, Юца Джутца и Большой Кавказский хребет, и сахарный двухголовый Эльбрус на горизонте, вон золотой курган левее, Пятигорск весь внизу, и слышно, как бешено мощно дует ветер, но день сегодня очень солнечный. Вот оно, яркое ослепительное ноябрьское солнце, вон оно внизу, гора горячая. Разные старинные здания, галереи. Как видите, народу еще пока никого нет. Ветер вон какой мощный. Вот такая вот у нас осень бывает. Кстати, вон луна видна. А вон там, вон за деревьями, это как раз вершина Машука. Вон там видно за ветками телевышка. Вот он, рыжий Машук. Настоящая вот эта рыжая осенняя природа. Вот такая вот она осенью. Академическая галерея. Это полный ОВА, братья Бернададцы. А вот, собственно, я сам. Всем привет! Вот такой сегодня, видите, очень яркий, солнечный. На самом деле, очень теплый день. Плюс 14 ожидается днем. Очень сухо, очень ветрено. Вот, в ноябре так тоже бывает. Красота какая!